Лето не за горами. Самое время для обзорных лекций по правилам поведения вблизи водоемов и на воде. Сотрудники из Госинспекции по маломерным судам МЧС России по Смоленской области ежегодно в преддверии летних каникул устраивают рейды по школам региона. В эти выходные они посетили и наш город. Начну я с очень плохой и печальной вести. Значит, 7 числа в Вележском районе на реке Западная Двина трое взрослых взяли с собой ребенка и вышли на лодку на водоем. Вот, значит, учитывая то, что были нарушены все правила поведения людей на водных объектах, а также пользования маломерными судами, то есть не было ни спасжилетов, было превышение пассажиров вместимости, лодка опрокинулась, два человека, один мужчина 47 лет и мальчик 6 лет ушли под воду. Вот, спасатели до сих пор не могут найти тела. Такой беды можно было бы избежать. Для профилактики подобных нарушений на базе 7-й средней школы для детей была проведена лекция сотрудниками МЧС. Несмотря на всю проводимую профилактическую работу, к сожалению, и на территории Российской Федерации, и в том числе у нас в Смоленской области, продолжают гибнуть люди на водных объектах. И что самое страшное, что самое печальное, это продолжают гибнуть дети. В Гагаринском районе девочка 12 лет на реке Гжать гуляла вместе со своими подружками. Подскользнулась, зацепилась и ушла под воду. Слышать о гибели детей на водных объектах ужасно. Еще ужаснее прочувствовать всю боль утраты на себе. Главное правило, которое нужно усвоить детям, это находиться вблизи водоемов только со взрослыми и никакого баловства на воде. Родителям же быть предельно бдительными. Большинство несчастных случаев происходит из-за распития спиртных напитков во время купания. Как показывает практика и статистика, 90% всех случаев гибели – это нетрезвое состояние. Поэтому просил бы жителей категорически. Один случай в Ярцево был вообще вопиющий, когда пожилой человек пришел с внучкой на пляж, и потом оказалось, что на берегу под одеждой осталась там полторашка крепкого пива. То есть человек шел с внучкой отдыхать на пляж и в то же время нес с собой спиртные напитки. Вода – это источник повышенной опасности. Сейчас мой товарищ более подробно расскажет о случаях и продемонстрирует те спасательные средства, тот минимум, который должен быть. Ребята с интересом ознакомились со всеми спасательными атрибутами, которые сотрудники МЧС привезли с собой. Предупрежден, вооружен. Не зря так говорят. 30 мая состоится официальная приемка заявленных пляжей и водоемов, в которых можно будет купаться в нашем городе. На одном из них и побывала наша съемочная группа совместно с сотрудниками из Госинспекции по маломерным судам МЧС России. Мы отправились на Банное озеро сразу же после лекции в 7-й средней школе. Вот 30 числа, 30-го. На то время, когда я приеду, здесь все должно быть. Начиная с постановления и по назначению ответственных, график работы и так далее, Температурный режим, все это вывешивается, туалет, мусорные баки, спасатели, средства спасения и так далее, Сейчас по этому месту отдыха есть ряд существенных замечаний. На их устранение всего лишь 2 недели. Маленькое озеро может принести нашим властям большое предписание. Вот этот санитарно-эпидемиологический раньше был, его сейчас не требуют. Но надо сказать, что Сатанов ежегодно за свои деньги все равно проводит это санитарное. Брали они пробы, да. Они все равно брали. То есть обследование, очистка дна акватории на глубину до 2 метров.
границы заплыва. Границы заплыва должны быть прямо обозначены. То есть здесь и детские купальни должны быть обязательно, детские купальни огорожены. Один из моментов, на который необходимо обратить внимание, стенд с информацией находится далеко от самого пляжа и закрыт деревьями. Не все отдыхающие смогут ознакомиться с правилами поведения на водоеме. Также возникли вопросы о мусоре, теневых грибках и об установке общественного туалета. Весь перечень замечаний мы перечислять не станем, но одно хочется сказать. У нас в городе всего лишь два официальных пляжа, так почему же ничего не делается для их благоустройства?